Это спектакль для взрослых. Ну, такие предназначены для взрослых. И там... Для взрослых. Мы пожилые, да? Все очень там понятно, только надо, как сказать, душой смотреть. Не глазами, а душой. Тогда будет еще лучше. Тинцова уже третье мероприятие фестиваля. Здесь был Никита Михалков с оркестром кинематографии, с музыкальной панорамой «Музыка кино» Никиты Михалкова. Здесь был Игорь Гудман и Илза Лиепа. Мне очень жаль, что вы, видимо, не были на этих концертах. Поэтому, вот, так сказать, это, в общем, очень так широко освещалось. И сегодня уже третий раз по географии мы возвращаемся в Тинцова, но в разных точках. В Москве были разные форматы, в основном это связано, конечно, с концертами, с большими оркестрами. Ну, я думаю, что мы будем придумывать с каждым разом, каждый месяц самое интересное, самое лучшее. Жили-были в лесу ёжик с мегайроком. Еще немного, совсем немного, и загорятся звезды. И заливает месяц небе холодным тусклым светом. Ребята, это же здорово, что мы друг у друга есть.